Вручавший год назад депутатский мандат своей свате Дариге Назарбаевой Берик Имашев освобожден от должности председателя Центра избиркома. Имашев много лет назад породнился самой влиятельной семьей Казахстана, выдав свою дочь Аиду за старшего внука Назарбаева Нурали Алиева. Центральную избирательную комиссию возглавил бывший депутат Сената Нурлан Абдиров. Отставка Имашева усилила разговоры о противоречиях в верхах. После январских событий в стране, когда протесты обернулись в нескольких городах беспорядками, а президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота, несколько соратников и родственников Назарбаева лишились должностей. Два зятя покинули национальные компании. Племянника сняли с должности первого заместителя главы КНБ. Имашев пробыл на посту главы ЦИК 5 лет. При нем прошли досрочные президентские и очередные парламентские выборы. Победителем первых был объявлен предложенный Назарбаевым кандидат, вторых – партия Назарбаева Нур Отан. Наблюдатели заявляли о многочисленных нарушениях. Оппозиционные группы призывали к бойкоту. ЦИК сообщила, что выборы прошли согласно законодательству. Центр избирком в прошлом году заявлял, что не видит конфликта интересов и нарушений закона в том, что кандидат Дариға Назарбаева и председатель комиссии Берик Имашев приходятся друг другу родственниками. До того, как Имашев породнился с Назарбаевыми, его замечали в рядах оппозиции. В 2001 году он был одним из основателей движения «Демократический выбор Казахстана», члены которого требовали от президента политических реформ. Позже ДВК раскололся. Имашев оказался в рядах партии «Ак-Жол». Вскоре он вышел из этой партии и примкнул к другой – назарбаевскому Нур Отану. Имашев выдал свою дочь замуж за Нурали Алиева, сына Дариги Назарбаева и Рахата Алиева в 2003 году. Карьера Имашева после замужества его дочери пошла в гору. Он занимал должности заместителя руководителя администрации президента, секретаря Совета безопасности, помощника президента, был членом Сената, министром юстиции. Получит ли он теперь новую должность, неизвестно.